Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня очередной обзор пустых баночек за март месяц. Пакет большой, но легкий, это радует. И здесь всего 35 баночек на общую сумму 27361 рубль. 18 баночек от Oriflame на сумму 16384 рубля по ценам текущего каталога. И 16 баночек от компании Siberian Wellness на сумму 10400 рублей по ценам каталога. И тут кричит кот. Итак, поехали смотреть, что же здесь вкусненького. Я буду с самого верха начинать и рассказывать все по порядку. Слушайте, ну вы, конечно, только не смейтесь. Я даже сама не ожидала, что здесь так будет много пакетиков. Это столько мармеладок мы слопали за март месяц. Это шок-контент. Я даже не ожидала, честно говоря. Вот еще один пакетик. То раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пакетов мармеладок. Они реально очень вкусные, необыкновенные просто, и все разные. А почему так много с прополисом? Вот такие черные пачки — это прополис. Их всего можно в день есть 4 штуки. И их рекомендуется, например, после еды. Вот чувствуете, что... Ну, кстати, да, запахи какие-то от еды, во рту немножечко неприятно. Рассосите одну мармеладку, и сразу так во рту хорошо, как чистенько, как будто зубы почистили. У меня дочка сказала, что это самый классный мармелад, который она пробовала вообще в принципе в своей жизни. Поэтому, кстати, в коробке заказ получили, там тоже с прополисом больше всего. Дальше, малина-шиповник для иммунитета. Очень вкусный, очень классный мармелад. И мой любимый сейчас стал это тропические фрукты, тоже для иммунитета. Он классный. Вот если малинка и шиповник, они такие... Ребят, уберите кошечек, пожалуйста. Так, ну все, кошечек убрали, продолжаем. Итак, для иммунитета этот такой гладенький, как сказать, такой упругий мармелад, то этот просто жуется как конфетка, обалденный вкусный. Потом релакс мармелад, это я Лере покупала со вкусом карамели, прям такой мягенький, карамельный, очень-очень-очень рекомендую. Черная смородина, он с кислинкой, такой вот, как сказать, прям смородинка. Ну, кислиночка есть в нем. А облепиха и пряная корица — это вообще что-то нереальное. Это просто очень вкусный, такой мягкий, классный мармелад. Итак, все. Я, кстати, заказала очень много мармелада, потому что мы сейчас проводим встречи в офисе. Заказала батончики и мармелад. Кстати, батончики я пока только два вида попробовала. Мне сейчас едут еще несколько видов. С вишенкой попался и с кокосом, по-моему, тоже мне достался. Но вот карамель и фундук очень вкусный. Миш, забери котика. Не дают работать. Очень вкусный батончик, фундук и карамель. Это просто моя любовь. И всем понравился, кого я угощала. Во-первых, он маленький, но очень сытный. То есть мы его делили на кусочки, пили чай. Все насытились, всем хватило. И даже никто не просил каких-то других сладостей. Сейчас расскажу про пульсбокс. Пила не я, пила моя мама. Я говорю, оставь коробочку, я покажу в пустых баночках. А во-первых, она выпила у меня две упаковки подряд. Здесь в каждой упаковке 30 саше на день одно. Что она сказала? Обалденный результат. У нее нормализовалось давление, не было таких вот скачков вверх-вниз. Потому что у нее верхняя, как это называют, верхний показатель до 230 доходит. И это, конечно, очень сложно. Много таблеток пить приходится, чтобы как бы, да, сбалансировать этот момент. Но пульсбокс ей очень помог. Во-первых, он не только для давления, он полезен для сердца. И чистит холестерин, то есть чистит сосуды. И что мама сказала? Она уже на четвертый день мне позвонила и сказала: Лиля, какая классная штука, слушай, я себя так хорошо чувствую. Потом, когда заканчивалась первая пачка, она мне позвонила, говорит, закажи мне, пожалуйста, еще. Потом она соседке прорекламировала, та тоже пьет, теперь ей отвезли. И мама тоже его
будет пить теперь. Но сейчас они у меня пьют с папой. Тоже я у них уже забрала одну коробку. Они у меня пьют вот эти витамины, серия Neuro Nutrition. И это Neuro Vision, витамины натуральные. Дорогая коробочка, кстати, вот мне повезло, я заказала в эко-упаковке. В эко-упаковке они 4700 стоят, а в такой классной, дорогой упаковке 5200. Ну, уже по 5200 беру, сейчас покажу. Я им заказала уже продолжение, то есть сейчас они вот по 5200, вот такие вот упаковочки, видите, они еще в целлофане. Потому что они пропьют сейчас по одной такой, и нужно две выпить для того, чтобы был классный результат. Но, как говорят, уже те, кто пьет эти витамины, что Neuro Vision работает очень круто. То есть это на зрение, на нервную систему в целом, на слух. Даже если у кого-то был инсульт, инфаркт и так далее, да какие-то сложные заболевания, то такое облегчение у людей. Я когда смотрела, у меня был просто шок, вот такие глаза. И я сразу решила, что мои родители будут пить эти витамины. Я очень хочу, чтобы они долго жили, долго и счастливы, и чтобы у них было крепкое здоровье при этом. Потому что, я не знаю, котики сговорились, ходят и кричат все по очереди. Так, что я сделала? Я наконец-то закончила вот эту программу очищения организма, полную программу. Первый этап был самый простой, я уже показывала, это ПИК, ЭПАМ 11 и чай комфортное пищеварение. Второй этап — истоки чистоты и чай печеночный. А третий этап — вот этот страшный тригель. Кстати, баночку забыла сюда положить. Баночка там с медом и с гвоздикой. И в день нужно было пить по 4 капсулки, там утром 3 зелененьких, вечером одну беленькую, там, по-моему, уже не помню, кстати, тут все записано. Я себе расписывала внутри на программке еще ручкой, как это пить нужно. Ну, и что я вам хочу сказать, ребят. Дело, конечно, мощное. Просто такая чистка прошла, конкретная. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Что я могу сказать? Рекомендую делать эту чистку, когда вы дома. Потому что условия, что я перетерплю и схожу там вечером или в обед, когда будет перерыв, не сработает. Потому что если оно вот пришло, то надо бегом бежать в санузел, да, и все это делать. Иначе будет что-то страшное. Чистка крутая, чистка классная. У меня сейчас как раз идет последний этап. Я пью Эльбифит и ПИК. Все уже, да, восстанавливаю кишечную флору. Все супер вообще. Что появилось? Легкость, чистота. Во-первых, даже когда пила, не было запахов изо рта. Вообще очень утром просыпаешься. А чисто, вообще чисто. Прошел зубной налет, но, может быть, это еще пасты так работают. Здесь такие зубные пасты интересные. Я не могу сказать, что это прям вот вкусно, потому что я привыкла к другим пастам. Я много-много лет пользовалась пастой компании Oriflame. Они совсем другие. То есть здесь натуральность высокая, где-то 98,8%, где-то 91,2%, то есть, 99,2%. То есть очень высокая натуральность. И по вкусу к этому тоже надо привыкнуть, как к любому другому новому продукту. Мы привыкаем какое-то время, так и здесь. Но когда вот я попробовала, по-моему, 7 видов у меня сейчас паст, то я выявила для себя 2, которые стали моими любимыми. Это профилактическая и древесный уголь, черника и древесный уголь. И сейчас, конечно, я когда чищу пасту, я понимаю, да, она крутая, она совсем другая. Во-первых, зубы стали другие. Даже сутки, если не чистишь зубы, у меня был такой эксперимент, они гладкие, то есть языком трогаешь, а они гладкие. Ну и тут еще вот, когда делала чистку, я заметила, что запахов не было вообще просто. Вот какая-то легкость, чистота, все мне понравилось. Еще один продукт — это бальзам корень. Ну что такое корень? Это такой продукт, наверное, как можно сказать, есть легенды, да, в каждой компании есть какие-то свои легендарные продукты. И это легенда. Ну, во-первых, бальзамы, они очень популярны в народе, потому что это натуральность, это снаружи, работает очень сильно. Здесь аромат просто бесподобный, как будто в лесу в хвойном находишься, прям очень вкусно пахнет. И список
на что влияет этот бальзам, он примерно, да, там на километр, потому что он работает, если простыли, да, натираем там носик, голова болит, виски, грудь, вообще все тело, когда температура, люди говорят, натирают все тело, и температура вообще проходит моментально, детей лечат этим корнем, потом суставы, мышцы, если сводят, ноги болят, ступни, вот, например, какие-то есть натертости, потливость, вот, пожалуйста, корень вам в помощь. И даже зубная боль. У меня у самой был такой период, когда заболел сильно зуб, и я вот реально корнем спасла. То есть я прикладывала на зуб, внутрь закладывала, как говорится, да, оттягивала губу. Очень быстро проходит боль, и она потом не вернулась. А я знаю, что у меня есть киста, потому что я делала снимок. И врач мне сказал, ну либо как-то лекарствами лечись, антибиотиками, либо приходи, будем снимать коронку и лечить. Я на это не готова была, я думаю, что угодно, только не лечить. И знаете, у меня был такой момент, что я даже купила себе антибиотики, целый пакет лежит. На 1000, 2, и на 1500, по-моему, 1000 купили, да, вот то, что сказал врач пропить, но я подумала, дай-ка попробую корнем, все прошло, вообще все, суперский продукт, уже новый заказали, и новый открыли, стоит в ванной. Так, дочке отдала зубную щеточку Siberian Wellness, сказала, хорошая, свою пока еще не открыла, у меня еще Oriflame. Так, еще, это валериана и мелисса. Я взяла упаковку, кстати, тоже она у меня здесь есть. Вот такая, уже новенькую взяла. Я взяла такую коробочку. Здесь два таких вот, два блистера, по-моему, называется. Я одну маме отдала, одну себе, говорю, давай попробуем, потому что я плохо засыпаю, и мама плохо засыпает. Ну что я для себя отметила? Я не могу сказать, что я стала засыпать прям намного легче, но зато сон легкий-легкий, такой бархатный, и высыпаюсь. А мама сказала то же самое, я, говорит, все равно засыпаю как бы тяжко, но легче. Ну, кстати, когда уже к концу, я каждый день просто выпивала на ночь по одной, я добавила еще магний, и стало вообще классно, то есть я быстро стала засыпать и высыпаться. То есть магний плюс валериана и мелисса работают вместе очень круто. Так, Миша отдал упаковку Wellness Pack, это от компании Oriflame, витаминно-минеральный комплекс, на 21 день рассчитана вот эта коробочка, и здесь полный состав: антиоксидант, омега 2 капсулы и витаминно-минеральный комплекс. То есть вот такая коробочка, было в запасах, еще, по-моему, есть несколько коробок, и женские, и мужские, потому что мой хомячок, да, когда можно было брать там по акции, две пачки берешь, третья в подарок, конечно же, я набрала очень много, о чем я сейчас, конечно, сожалею, потому что хочется уже пить витамины от Siberian Wellness, пробовать на себе эффект, потому что то, что попробовали, уже могу сказать, нравится, очень нравится. Особенно приятно, когда близкие говорят, да, я сама еще мало что попробовала, а когда близкие говорят, вау, Лиля, круто, особенно когда у мамы такой результат был, у папы тоже классный результат от Пика, Пик, Эпам и чай он пьет у меня, комфортное пищеварение. Запоры прошли. Вот, еще допила баночку коктейля и открыла последний коктейль, это был шоколадный. Очень вкусный коктейль, вот не знаю, я прям его очень люблю, для меня он такой сытный, вкусненький, и ванильные, и шоколадные, обалденные коктейли, дорогие, ничего не могу сказать, дорого, состав классный, реально очень, я, например, когда начала пить, я прям засекала свой вес, и насколько он ушел, и по животу, да, то есть от того, что много сижу, и такой сидячий образ жизни, естественно, где начинает расширяться? В талии, в первую очередь. Я вот сразу отметила, что зона, область живота, она прям уменьшилась. Во-первых, хорошо работает кишечник. Все супер, да, минимум раз в день все происходит, что должно происходить. И мне вкусно. Но вы знаете, что у всех разные вкусы. Уже девчонки у нас пробуют коктейли Siberian Wellness, говорят, что он вкуснее. Но я пока не могу сказать свое впечатление. Только получила упаковку, отнесла на кухню, буду пробовать. И уже тогда, когда несколько раз попью, посмотрю, как организм реагирует, да, я тогда уже все расскажу. Так что вот этот коктейль тоже рекомендую. Очень-очень-очень вкусненький. Так, дальше.
Сейчас мы тут упаковочку сделаем. Так, эта дочка отдала масочку, вот она любит всякие маски, ей дарят подружки. Ну, я не знаю, что это маска, по-моему, тканевая, ничего, здесь все по-корейски, по-моему, написано. Ну вот, пробует, нравится, значит хорошо. Так, здесь у меня тоже куча пакетиков, но это уже не мармелад. Это от Oriflame, тоже из запасов. Один пакетик — это шампунь с углем, шампунь скраб. Очень люблю, но он сушит волосы, поэтому часто не пользуюсь. Пользуюсь так периодически, там, например, раз сделаю, потом 3-4 раза без него, потом опять делаю. Эффект очень нравится, прям бомбический. Настолько чистые, гладкие, пышные волосы становятся, вот как будто этот скраб, он снимает весь жир. Волосы прям вау, такая грива стоит. Очень люблю вот эти масочки. Не пробовала пока Siberian Wellness для волос. Из новой коллекции ничего. Буду потом пробовать, когда запасы кончатся. Потому что мой хомячок нахапал и шампуни, и масок, и кондиционеров очень много. Вот эти маски очень люблю. Они, знаете как? Во-первых, ароматы. Такие вкусные маски, просто как они пахнут вкусные, от волос потом аромат шикарный. Потом, какие волосы гладкие, блестящие, хорошо расчесываются, напитанные, ухоженные. Поэтому вот эти масочки, я прям за них тоже топлю, они шикарные. А вот патчи, серия Optimals, не дешевое удовольствие, я вам могу сказать, что тут наборчик всего из двух, то есть раз, два, на одно применение. Стоимость не помню, но в районе 200 рублей. Дорого, но я не могу сказать, что прям вау, вау, вау. Нет, не могу сказать. Вот я попробовала патчи от Siberian Wellness. Мне прислали такую банку, 60 штук, то есть это на 30 применений. Я еще и взяла, по-моему, по акции их за 1500. Представьте, еще кэшбэк 25%. То есть, ну, вообще очень выгодно. Вот эти патчи меня удивили. И если раньше я к патчам относилась, ну, так вот, ну, как бы увлажнили, припухлости сняли, и хорошо, то эти патчи работают просто как утюги. Вот просто такое чувство, что они высасывают все лишнее, выглаживают все морщинки, убирают синячки. И даже какая бы я ни стала утром опухшая и с отеком, я приклеиваю, хожу 30-40 минут, то есть их можно носить долго. Потом я их снимаю, и тут просто гладенько-гладенько, вот кожа младенца. Я была поражена, поэтому за те патчи я любые деньги готова отдавать, потому что они реально работают. И я ими пользуюсь, ну, не каждый день, но где-то через день, через два, потому что мне нравится, как они работают, да, кожа прям вот, ну, гладенько-гладенько. Моя любимая краска для волос от Oriflame. Пришлось мне в марте два раза красить волосы. Один раз я прям перед поездкой в Москву покрасила 2 марта. И уже в конце марта, смотрю, так сильно волосы отросли. Уже так некрасиво. И еще раз покрасилась. Потому что хотелось, да, выглядеть круто на фотографиях, на видео и так далее. Так что две пачки использовала. Теперь буду в конце апреля краситься. Вот так. Так, что здесь еще? Гель для интимной гигиены, тоже от Oriflame. Эта серия, вот, то есть этот именно продукт для молодых девушек 14+. Я покупала дочке, но ей не зашел, использовала сама. Мне очень понравился. Он классный, он такой нежный, мягенький, деликатный. У меня к нему вообще никаких претензий, поэтому пользовалась с удовольствием. Кондиционер. Мне кажется, его так выжимали просто. Выкручивали кондиционер. Это у нас серия климат-контроль. Классная серия. HRX. Профессиональная линейка Oriflame. Мне в Oriflame практически все шампуни, кондиционеры и маски все подходят. Поэтому, если вдруг мне в Siberian Wellness не подойдут продукты, а я надеюсь, подойдут, я буду заказывать в Oriflame, потому что проверено, знаю, что мой волос принимает, ему нравится, и я тоже могу это смело рекомендовать. Вчера делала маску. Я ее прятала, потому что моей дочке тоже она понравилась. Серия Swedish Spa, ее сняли с производства, поэтому здесь были остаточки. Чем она мне нравится? Она с маслами, она такая, она согревающая. Ее наносишь сразу так, фу, горячо.
потом, ну, потом быстро проходит это тепло, и она хорошо увлажняет. То есть ее смываешь, а кожа просто мягкая такая, приятная. Ну и сверху, естественно, крем, сыворотку делаешь, все как обычно. Средство для снятия лака, ну, удаления лака с ногтей. Это лучшее средство, которое я пробовала в жизни, но это и самое дорогое, которое я пробовала на самом деле. И я могу сказать, что действительно вот работает круто. Как я делаю? На ваточку приклеила, ну, налила немножко, приклеила и прям буквально через полминутки снимаю, снимаю, снимаю. И бывает, что чуть-чуть остается, подтираешь немножко. Любой маникюр, ярко-красный, хоть синий, зеленый, или наклейки такие вот блестящие, это все удаляется идеально. Ни одно средство, которое я раньше пробовала, не справлялось с такими сложными покрытиями. Средство для снятия макияжа. Это двухфазная жидкость. Рекомендуется для водостойкого макияжа, но я всегда пользовалась, убирала весь свой макияж, стрелки, тени, несколько слоев туши на ресничках, убирает идеально. Никакая мицеллярная вода, ни гидрофильное масло мне не убирали макияж настолько чисто, как это средство. Вот у меня пока в запасе, по-моему, еще 4 флакона. Когда закончится, буду пробовать от Siberian Wellness. Там есть гидрофильное масло, которое рекомендуется для снятия макияжа. Попробую, как оно будет справляться. Это сыворотка осветляющая, серия Optimals. Делала борьбу с пигментацией, но до конца не ушло. То есть я использовала сыворотку, ночной крем и дневной. У меня дневного чуть-чуть еще осталось, им сейчас пользуюсь. Но что могу сказать? Уже пигментация так легко не сдается, как хотелось бы, но все равно осветлила. И я расскажу, просто у меня есть знакомая, все, пустой пакет, 2 флакончика осталось, знакомая, которая заказывала всю серию, сыворотку, дневной, ночной крем, она получила серьезное такое повреждение кожи от солнца, потому что загорала без солнцезащитных средств, пошла пятнами, прям коричневыми. И мы вот с ней встречались перед Новым годом, и она сказала: Лиль, практически все убрало, прям осталось чуть-чуть. Но, говорит, я еще даже до конца не закончила эту серию, поэтому надеюсь, что прям полностью уберет. Это именно пигментация от солнышка. Так работает. Если вы сразу примете меры, то есть появились пятнышки, вы поняли, что вы загорали без SPF, пожалуйста, быстро реагируйте. Но если это идет изнутри, если пятна вылазят от внутренних органов, да, идет какая-то проблема, то, конечно, эта серия не справится. То есть здесь нужно работать, может быть, чистить организм, да, принимать какие-то меры по оздоровлению, и тогда пятна сами будут уходить. Ну и помогаем пилингами, помогаем осветляющими все равно средствами, но забываем, что изнутри пришла проблема, изнутри ее надо убирать в первую очередь. И 2 флакончика, это масло чайного дерева, это тоже мой любимый продукт в компании Oriflame, один из любимых, от которого мы, наверное, не откажемся, потому что уже знаю, что масла работают эти, и знаю, как они работают, проверены, поэтому бегать где-то искать, в Siberian Wellness нет масел, может быть, они когда-то будут, будет здорово, я, конечно, буду брать, пробовать, но пока чайное дерево от Oriflame, это прям няшка. Классный продукт, который работает, помогает решать многие проблемы. Вот, все вам рассказала, показала. Я вас благодарю за внимание. Если вас заинтересовала продукция от компании Siberian Wellness, вы можете заполнить заявку под этим видео, будет форма, как присоединиться к компании. Там вы можете выбрать, стать привилегированным клиентом и иметь кэшбэк 5, 10 или 15%, или зайти как бизнес-партнер, тогда кэшбэк будет 25% и больше выгод, то есть можно зарабатывать, можно построить, да, свой как дополнительный доход или основной доход, но об этом мы с вами поговорим отдельно, потому что когда вы заполняете заявку, мне приходит письмо, и я сразу звоню, объясняю, обучаю, добавляю в чат, даю ссылку на нужные ресурсы и объясняю, как делать заказ, оплата, где получать и так далее. Так что на связи. Спасибо за внимание. Вам всего доброго, крепкого здоровья. Будьте красивыми, с хорошим настроением. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.